Та-да-да-дам, та-дам! Здорово, ребят! Вы на канале Астел, и наконец-то долгожданная распаковка и обзор пары коллаборации Adidas и Bad Bunny у меня на канале, что не может не радовать. Давайте, заряжайте лакосты, чтобы было минимум 300, а то видосы не буду снимать, пару недель отдыхать после такой-то распаковочки. А за пару я могу сказать... Спасибо огромное, Adidas Russia. Да, если вы не знали, нам, видеоблогерам, у которых там больше 50 подписчиков, Adidas предоставляет пары на обзоры бесплатные, мы можем их носить. Главное, чтобы получить эту пару, вы должны не уметь делать оли. Все-таки пара у нас как бы скейтерская, да? Отсылочка тут есть к скейту. Имейте в виду, если вы не умеете делать оли, у вас больше, чем 50 подписчиков, то эту пару вам спокойно засылает Adidas. Да-да-да, я вот вообще, когда свои 100 подписчиков получил, забыл, что такое покупать сникеры от бренда Adidas. Все, у меня их теперь жопой жуй, могу дом строить из коробок Adidas. Ну, а теперь спустимся на землю. Эту пару я купил на самом деле на ресейле, да. На тот момент, когда я ее покупал, ее вообще почти нигде не было. Брал на Авито корыто за... Что-то там объявление вижу, 35 косарей. Я думаю, ну это судьба, нужно покупать. Я, главное, до этого мониторил все сайты, на которых должны были быть эти дропы, но, к сожалению, везде просрал, поэтому пришлось брать за оверпрайс. 35 косарей на Авито корыто, мой единственный размер 11 US там висел. Другие сайзы что-то в Питере были, каким-то 8,5 US, 6 US. И я такой, блин, где же мой? И вот мой единственный за 35 кусков, я думаю... Это судьба, это, естественно, нужно брать. Подождите, вступление долгое. Кстати, сникер-вики Артем, салют, задержал, да, видосик давно. Всем здорово от меня, от Астела, к Артему, да, подписчикам. Такс, все, по паре вроде бы сказал, купил. И долго-долго не снимал ее. Теперь можно уже распаковывать. Коробка, как вы видите, просто премиальная. Тут у нас Bad Bunny форум. Форумы на слуху сейчас. Еще коллаборация. Вот знаете, первая, которая была коричневая, мне не нравится. У меня, естественно, розовая. Розовая это топчик. Это настоящий рэп, хип-хоп. А вот черная, которая сейчас на данный момент выходит, я в рафле участвую, напишу, выиграю, не выиграю на данный момент. Наверное, я думаю, как обычно, не выиграю, естественно. Но черные покупать я не собираюсь, они каловые. А вот это... Но это просто прекрасно. Еще коробочка открывается очень круто. Она такая довольно крупная, очень плотная и тяжелая. Эта пара весит килограмма 2 вместе с коробкой, если не больше. Все. Эту коробину можем убирать. Внутри у нас вот так вот. Просто гробовой ящик белый. Неплохо. Вот так он выглядит дальше, этот бокс. Смотрится круто. Я тут сразу купил несколько дополнений. Это шнурки. Во-первых, вот такие вот они просто были на фотке у Bad Bunny. Я подумал, а что это у меня нету таких шнурков? И, естественно, прикупил с Алиэкспресса рублей за 150 или даже дешевле рублей 50, но они не подошли под цветовой гамме. Поэтому мы их просто откинем. Потом я купил на Асосе за 450 рублей вот такие вот шнурочки, Collusion. Они подходят, как видите, под цветовой гамме неплохо, поэтому я буду их вместе сочетать. И обязательно ждите фотографии этих Bad Bunny у меня в инстаграме, подписываемся, да, потом еще по комплекту есть накладные эти, как называются, язычки, очень крутая тема, давно люблю такую вообще штучку, рекомендую делать другим брендам, если вообще кто-то меня когда-либо смотрит, есть такой тип, просто другой я уже куда-то прицепил, да, и как я понял, можно сразу прицепить даже до трех этих, до трех язычков, сейчас я вам объясню схему эту. Шнурочки вот такие вот в комплекте, не знаю, честно, для чего, мне больше нравятся розовые. Ну, можно голубые на крайний случай прицепить, а эти зеленые, ну, вообще, ни туда, ни сюда, только под коробку подходят. Все, дальше в нашем ящике сами кроссовки и, естественно, вот такая вот упаковочка для них. По материалу синтетика, уф, очень плохо, кстати, по материалам. Я даже и забыл. Но пакет прикольный для сменки, для того, чтобы хранить обувь. Но я в ней, естественно, хранить не буду. Просто как такой подарок от шеф-повара от Adidas, да? Тут у нас логотип Adidas. Это все не прошито. Фу, блин, материал говно, честно сказать. Уберу даже подальше, потому что мне не нравится. Вот они, розовые Bad Bunny. Настоящий рэп, настоящие скейтерские кроссы. Хотя это и были когда-то баскетбольные. Но это именно тема, как...
SB-данки. Но SB-данки по сравнению с этой парой сосать на максималках. Вы только посмотрите, что сделал Adidas Bad Bunny. Давайте начнем по порядку. Это интересная подошва. Как видите, там просвечивается какая-то тема. Я так и не понял, чем-то похоже даже на Zoom-технологию просвечивающуюся. Но хз, там что-то другое. Вот у обычных форумов, если берешь, нажимаешь, там прям каменная фигня. А тут что-то продавливается. Какие-то, видите, такие палочки там есть. Потом такие пластмассовые резиновые темы для скейтеров, то, что нужно, да. Ну, естественно, мы в них катать не будем, это только для лайфстайла. Интересная подметка, вот здесь логотип Bad Bunny, отсылочка, да. Резина здесь используется точно такая же, как у обычных форумов. Материалы по спилку, честно скажу, говно, я ожидал лучше, чтобы было, знаете, так прям приятно. По коже спорненько, что-то такое не очень приятное, не супер мягкая кожа, но что-то вроде бы хорошее, да. Так, сразу у нас в комплекте идут вот такие еще розовые шнурки, на которых на самом конце написано Bad Bunny, я так думаю, да? ББ. Да-да-да, вот, сфокусил. А на другом тоже ББ. Это, так, смотрите. Блин, как эта штука называется? Я забыл, с головы вылетело. В общем, как у Алекса есть расстежка. И потом можно эту штуку вообще полностью снять, потому что здесь на липухах. Взяли, сняли, если вам надоело, можно носить без нее. Расстегивается вообще разными способами, можно с одной стороны, можно вот так вот расстегнуть. И тут у нас Yo Visto Así, мне кажется, это какой-то его трек был. Да, отсылочка еще к треку, скорее всего, и вроде бы в этом треке как раз там в клипе используется Bad Bunny, только другой расцветки, первый. Она мне не нравится, и, кстати, первая расцветка, она единственная продавалась на Авито, что-то 1080, а на The Market ее вообще не было. Кстати, у нас был дроп в России этой пары, я подписан был на рассылку на эти Bad Bunny с 5 аккаунтов, 5 почт, и мне ничего не пришло, как я потом узнал, мне рассказали, один чел, ну, может быть, там пару челов, скупили тупо все пары в России, которые были, дропались у нас на Adidas, их там было штук 80, что ли, ну, может быть, я ошибаюсь, поправьте меня, короче, бэкдор настоящий, стоечка на Adidas, как такое могло произойти, вот такая интересная деталь у нас используется, можно вот так ее носить, рефлективчик есть, естественно, задник у нас усиленный, тут такой, как я предполагаю, поролон используется, потом еще, смотрите, на жопе вот такая темка. Если вам сайз велик, вы просто эту штуку опускаете вниз, и сайз вам то, что нужно, прям по размеру. Но мне это не пригодится, я их уже примерял. Язычок двойной вот здесь, видите, сейчас я вам все покажу, расскажу, как это все делается дальше. Давайте расстегнем. А, с внутренней стороны хотел еще показать, тут у нас используется вот такая вот бирка на бечевке обычной. Вот тут тоже эта штука снимается, имейте в виду. Внутренняя сторона неплохая, прям сочная, мощная. Вот здесь вот мне не нравится по качеству. Как у, вот знаете, здесь у Rivalry RM, или просто Rivalry, а, нет, сейчас не у этой, наверное. Вот здесь где-то было много клея, и я прям такой, ну что это, Adidas? Пара такая, Overprice, она, кстати, стоила у нас 13 косарей, да, это вам не 35. В общем, вот такую темку я придумал с язычком, я его прицепил через эту фиговину и вот так присоединил. Тут есть пуговки. Во, да, видите, двойной язычок сделал. И тут то же самое можно замутить. Он отсоединяется, видите? Блин, мне лень развязывать. Ну, в общем, тут можно либо с одним язычком, либо можно с двумя. А я даже продумал, что можно присоединить три. Как, сейчас, наверное, уже не объясню. Но это как-то через шнуровку нужно делать. А, ну вот, смотрите, сейчас здесь два язычка уже есть. И прицепляем вот этот третий шнурками обвязывая, поняли? Во, или просовывая, как я сделал вон с тем, через логотип Bad Bunny. Все, внутри, сейчас мы достанем стелечку, они максимально широкие, ну вот вы посмотрите, а Осирисы даже сосать вместе с ними рядом, а колорвей-то какой, просто вау, вау. Язычок внутри у нас вот такой вот, 11 USA, мой сайз, текстиль внутри хороший, но мне кажется, я их буду носить, конечно, исключительно с розовыми, либо с белыми носками, потому что черные присосутся к этой ткани. Стелечка, я сейчас понял, что она не хочет выниматься, но когда нас это останавливало? Вот такая вот прострочка внутри используется. Задничек вы уже увидели. И язычок. Ой, стелька. Стелька, честно сказать, говно. Какой-то поролон. Ну, не поролон, а обычная какая-то эвовская пена, дешманская. И сверху используется даже не кожа, а как будто... Ну, ёб твою мать, что это такое? Ну, вот как можно было, вот видите, вот с этой стороны. Они что, ножницами обрезали таджики на стройке какой-то?
Фокус ты наведешься вообще? В общем, по качеству хромает, но по внешнему виду это, естественно, 10 из 10. Давайте я вам покажу на ногах уже, наконец-то, эти сникеры. Уф, какое мясо. Мясо! Мясо! Ну вы только взгляните на их внешку с широкими штанами. Это ли не хип-хоп и рэп? Просто бомбы! Смотрится великолепно, обязательно будут фотографии в инсте, ждите, ожидайте, выложу в ближайшее время. Почему же такой конский прайс на перепродажах, тем более сейчас они начали расти в цене, а когда я их покупал, знаете, я их купил, они стоили что-то на стоксе около 400, нет, 500, наверное, долларов, мой сайз, а потом, хоба, антистонгс, пошло все вниз, и я такой, сука. Почему я купил в тот момент, когда они начали падать акции? Вот, а сейчас, наоборот, они опять подросли до 500-очки, и я вроде бы как доволен. Текс, почему же так дорого? А все потому, что когда вы покупаете, у вас появляется возможность кататься спокойно на любом скейт-парке без людей. Когда у вас есть эти бэтбани, все сразу разъезжаются, скейт-парк становится свободным, а вы потом беспалевно переодеваетесь и катаетесь других, чтобы этим не убивать, естественно, да? Ну а еще у меня за дверью сейчас OG Buddha с Содой и Майотиком ждут, пока мы будем на фит залетать с такими-то рэперскими кроссовками. Давайте покажу их чуть поближе теперь. Опачки, залетаем, смотрим, могу чуть приподнять, это вы не любите периодически, когда я все шароварами своими закрываю. Ой, я вижу эти первые заломы. Такие вот они, бэтбани. Жестокие. Вот такая вот у них амортизация. В принципе, неплохая. И мне кажется, что она даже мягче, чем у обычных. Либо я себе это надумываю, потому что они стоят в 10 раз дороже, чем обычные. Не, ну действительно, пена здесь как будто какая-то другая используется. Было бы интересно их разрезать. Стрёмный, возьми на заметку. Итак, ребят, я сейчас на чиле, на расслабоне сижу, думаю, размышляю. Я на самом деле до этого долго думал, оставить себе эту пару или не оставить. Но, блин, это настоящая история. Я думаю, их не будут рестокать, как какие-нибудь Utility Black, да, изики 500. Это что-то прям максимально редкое. Не думаю, что я когда-то встречу чувака в бэтбане на улицах, только если самого себя. И вот поэтому я их оставляю. Просто на данный момент... Я максимум видел, ну, объявлений 50 по России, понимаете, да, насколько эта пара редкая. А вот когда я их покупал, на площадках было объявлений буквально, ну, 20 от силы. И вот одна публикация была вместе с этими коричневыми. Ну, коричневый ни туда, ни сюда, это просто говно какое-то. А вот розовая, она привлекает внимание. Купили себе какую-нибудь еще розовую футболочку и просто хайпите на максималках, да. Ну... Пара, естественно, вкусовщина, многим она не зайдет, но это настоящий рэп, кататься в них я не буду, да и от скейта я уже немножко отошел, выхожу довольно редко, потому что мой друг, который скейтер, ушел в армию, к сожалению, и меня больше никто не вытаскивает катать, и мне самому как-то лень, вчера только катал и упал на боковину так жестко, что сейчас прихрамываю. В общем, кроссы четкие, классные, рекомендую, кстати, видите, писюн какой-то построил Bad Bunny игреком, да? Если есть возможность, если есть бабки, покупайте, будем вместе щеголять в таких вот розовых Bad Bunny. На этом все, кросс классные, удобство у них нормальное, внешка пушечка, огнемет, и естественно, блин, приманивать внимание они будут очень-очень сильно. Все, давайте, пока, ждите новые видосы, новые распаковки, это все будет совсем скоро, потому что у меня 3 раза в неделю гребаные видео. Давайте, не ленитесь, хотя бы лайк поставьте за то, что снимаю вам про такие сочнейшие, мощнейшие адики. Ну, Adidas, блин, ты-то чё, на месте сидишь и мне ничего не засылаешь? Я очень жду, даже если будут еще одни какие-нибудь форумы, миды, не миды, присылай, я обязательно сделаю обзор, оставлю все ссылочки только на Adidas Russia. Это уже как бы обращение к нашим сотрудникам адикам. Все, goodbye.